Те сообщения, которые идут, очень тревожные. Ну вот у армянского военкомата вот так провожают людей, солдаты, и хлопают, то есть Армения воспринимает эту войну как абсолютно экзистенциальную, о чем потом и скажет премьер-министр. Так что здесь нет, ну это, как я понимаю, флаг не Армения, это, скорее всего, Азербайджан, видимо. Это Азербайджан хлопает. Так что у меня написано? Почему написано, что это армянского военкомата провожают солдат, когда, извините, если я правильно понимаю, это флаг Азербайджана. Вот это. Так вы что, с ума сошли? Написано Баку, Азербайджан. Ребят, вы вообще с головой дружите? Это не ошибка, это хуже, чем ошибка. Вообще понимаете, что вы творите? Когда такие отношения, когда напряженные, когда каждое неверное слово может вести, и вы себе позволяете такого рода ошибки? Вы совсем обезумели? У вас было мало времени, чтобы подготовиться, выверить и смотреть, что вы даете? У меня просто нет слов.